Будет ли теплом? Жители Богородска боятся, что отопительный сезон в этом году у них не начнется. Дело в том, что в поселке лишь одна ресурсно-снабжающая организация. Это компания «Стимул». Но в феврале этого года директор Александр Любов сложил себе полномочия. По его словам, нового руководителя не нашлось. Поэтому учредители приняли решение ликвидировать предприятие. Администрацию района предупредили, что теперь они будут нести ответственность за отопление в населенном пункте. В итоге, в начале июня состоялось рабочее заседание, на котором было принято решение о создании МУП ЖКХ. Именно эта организация должна отвечать за отопительный сезон в районе. Но вот два месяца спустя дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Данный вопрос не решается. Все меры никаких не принимается. Поэтому говорить о том, что как будет проходить отопительный сезон, я думаю, вы все поняли из моих слов, что, по крайней мере, на сегодняшний день отопительный сезон может не вовремя начаться. Ситуацию вокруг отопительного сезона в Богородске обсудят в Общественной палате Кировской области. В четверг, 16 августа, там пройдет заседание. На него приедут и руководители поселка. Они, к слову, отмечают, что проблемы будут решать в текущем порядке. Здесь вот у нас на завтра совещание в Министерстве ЖКХ. И в Общественной палате мы данный вопрос будем обсуждать. И потом выработаем какое-то совместное решение и приступим его реализовывать.